После провала экшена «Ган» мы предполагали, что ковбойская тематика перестала интересовать разработчиков и издателей. Как оказалось, вовсе нет. Польская студия Techland и французская компания Ubisoft намерены сделать то, что долго не получалось у других, а именно подарить нам увлекательный интерактивный вестерн. Экшен Call of Juarez в первую очередь привлекает лихо закрученным сюжетом. Действие разворачивается на Диком Западе в 19 веке. В игре представлены двое персонажей, отличающихся друг от друга не только характеристиками, но и стилем геймплея. Преподобный Рэй раньше был ковбоем, но потом стал священником, дабы ежедневными молитвами искупить грехи. Но когда он узнал, что племянник Билли убил его семью, герой снова взялся за пистолеты и отправился на поиски преступника. Что интересно, Билли ни в чем не виноват. Дабы вернуть добрую славу своему имени, он идет по следу настоящих убийц, попутно отбиваясь от охотников за головами и собственного дядюшки. Нам уготованы и погони на лошадях, и драки в салунах, и дуэли один на один. Разработчики также хвастаются широкими возможностями движка Chrome Engine. Он, дескать, без проблем выдает симпатичную картинку, а также отвечает за реалистичную физику. В целом же Call of Juarez сильно напоминает Ган. Насколько она лучше или хуже, ты сможешь выяснить уже в сентябре, когда игра появится в магазинах.